Всем привет, дорогие друзья, с вами Ярослав. Сегодня у нас обзор спинджитсу для колы. У нас есть вот такой вот кол 9 сезона. Как вы знаете, они попали в Мироним Драконом. Это их одежда из 8 сезона, только она порвана. Как видели, в первом сезоне их одежда очень сильно отличалась. У некоторых рукава были оторваны, у Зенток вообще там все процессоры были видны. Но все равно мне такой облик ниндзя даже нравится. И у нас есть вот такой вот спинжицу. Как вы заметили, у нас по бокам не просто катаны, а вот такие вот мечи. Как мы знаем, ими пользовался Ллойд. И еще они участвовали в моем обзоре «Самое сильное оружие». Давайте прикрепим на место. Вы можете посмотреть мое видео спинжицу Скайлор. Вот она. У нас есть два волчка вот этой вот группы. Также тут у нас есть символы, как у Скайлор. Здесь наш символ — это земля, а у Скайлор все четыре, потому что она мастер янтаря. Смотрите, если взять его так вот легко укрутить, то посмотрите, как будет красиво вращаться. Вот так вот просто по кругу. Мне так очень нравится. Красиво переключает зеленый цвет, где-то есть пробелы, прям так красиво. Лезвие такое создает ощущение бензопилы. Вы можете взять, вот так вот поставить, сделать крепление и вот так крутить, как будто это ваша пила. Спасибо за внимание, всем пока. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии под роликом.